Лада Веста. Цвет лайм. Офигенно смотрится. Практически эта марка. Но внешне придраться не к чему. Это уже стопудово должны все отметить. Просто офигенно. Пропорции, формы, все четко получилось. Опять же буквы, отойти подальше, все смотрится гармонично, не надо тут наговаривать. Теперь по поводу того, что мы здесь увидим, да, ребята, не знаю, будет видно или нет, что мы здесь видим. А мы видим здесь подкрылочки, обратите внимание, вот так, наверное, будет четко видно. Все сделано конкретно. То есть вот мягенько все идет. Все четко. Если в первых вестах тут ничего не было, то здесь уже идет вот все офигенно. Далее. Сейчас мы посмотрим. Что у нас спереди здесь? Вот они идут. Под крылочки. Все. Так что. По большому счету косяк исправлен, ну или практически исправлен, как они и обещали, все будет, но со временем. Обратите внимание, зазорчики, все красиво, все ровненько. Все идет офигенно. Вот идет. Все идет четко, все равномерно, зазоры все одинаковые. Докопаться тут не до чего. Пресловутые задние барабаны, тормоза, опять же докопались непонятно до чего. Все нормально, летом будут вам и задние дисковые тормоза, чуть-чуть надо подождать. Красота.
выдача автомобиля. Вот у нас стоит еще Веста. То есть смотрим здесь. Тоже стоит, да? Что у нас? И теперь смотрим, что сзади. То есть раньше этого ничего не было. Сейчас стоят вот такие вот подкрылочки. Откуда тут ничего нет вообще. Ну вот самое дешевое. Даже магнитола нет, видно, да? Ручка. Ну как-то так.